Эхо Бридж Интертеймент представляет. Производство студии Inside. Стивен Сигал. В фильме «Руслан». Наперстки с железным штырем? Вы что, серьезно прятали под стаканом железный штырь и по очереди пробовали судьбу? Пока кто-то не протыкал им руку? Вы что, вы рехнулись? Мы были молодыми, глупыми. Уже 100 лет прошло, все забыли. Расскажи мне секрет. Как ты узнавал, в каком стакане штырь? Хочу знать все. Прошу тебя, пожалуйста. Я знаю, ты не поранишься. Покажешь, сделаю все, что захочешь. Солнышко, ты и так даешь мне все, чего хочу. Да, а помнишь мою подругу Элину? Ну? Обещаю, если раскроешь секрет, получишь нас обоих. Тасуй, чего ждешь? Ладно. Глаза закрой. Готова? Готова. Боже, откуда ты знал? Не знал. Секрет в том, что мне было наплевать. Выборов, которые я сделал раньше в своей жизни. Он сюда меня привел. Наверное, это
мой путь жизни. Что будет дальше, это будет результат того, что я выберу в своей жизни дальше. Какой я путь изберу, как дальше жить. Вот такой интересный вывод сделал я, находясь здесь, в этом прекрасном месте, очень далеко от нашей родины. Еще раз привет из Мексики. Спасибо.